ученики своими на Помпол потока Кедрска, и где же Вертоград, вон же в ниде самые ученицы его, видящие же Иуда, предая его место, яко множицею собравшийся Иисус со ученики своими, Иуда же прием спиру, и от архиерей, и фарисеи слуги, прииде там со светилы и с вещами и оружием. Иисус же ведает вся грядущая на нише, крича им, кого ищете, отвещавший ему Иисуса Назарея, глаголаем Иисус, аз есмь, стоящий же и Иуда, и же предаявший его с ними, да як уже речем, аз есмь, и душа вспять, и подоша на земли, паки же вопроси их Иисус, кого ищете, они же реша Иисуса Назарея, отвечай Иисус, рех вам, яко аз есмь, а еще вы меня ищете, оставите сих идти, да сбудется слово ежелече, яко их же дал еси мне, не погубих от них никого же. Симон же Петр, и мы нож извлече его, и удари архиерея раба, и урезай ему ухо десное, беже имя рабу Малх, рече же Иисус Петрови, вонзи нож в ножницу, чашу юже даст мне отец, не имам ли пить я. Спира же и пищечник, и слуги иудейские, яши Иисуса и связавши его, и ведоши его ко Анне первые, беже бо тейской Афе, и же бергерей лету тому, беже ко Иафа, давай совету идеям, яко у не есть единому человеку умреть из-за люди. Наведник и неправедник, шепчет
священником, что вы подойдите, и предам вам много закона разорившего и осквернившего субботу, долго терпеливый Господи, слава тебе. Рече же им Пилат, поймите, вы по закону вашему судите ему, реши же мы людей, нам не достоит убить никого же. Да слово Иисуса возбудится же рече, на знамя, на кое смертью хотящим умрете. Вниде же паки Пилат притор, и гласи Иисуса рече ему, ты ли си царь иудейск? Отвечай ему Иисус, о себе ли ты сие глаголишь, или не тебе рекоши о мне? Отвечай Пилат, аз, еда жидовин есть, род твой архиерей, предашь тебя мне, что если сотворил? Отвечай Иисус, и предан бы был иудеем, ныне же царство мое несть отсюду. Рече же ему Пилату, бо царь ли еси ты? Отвечай Иисус, ты глаголишь, яко царь есть нас. Аз на сие родился, и на сие приду в мир, да свидетельствуя истину. И всякий же есть от истины, послушает гласа моего. Глагола ему Пилат, что есть истина? И сие покерек паке, и зыди ко иудеям, и глагола им. Аз не единое вины обретаю, мим есть же обычай вам, да единого вам отпущу, связня. На Пасху, хочешь любода, хочете любода, отпущу вам царя иудейска. Узапиши же паки все, глаголищи не сегону вораву, беже ворава разбойник. Тогда оба Пилат поят Иисуса, и би его, и бойни, сплетши венец от терния, возложиши ему на главу, и в ризу багряну облекоши его, и глаголах урадуйся царю иудейский, и бияху его паламитома, и зыди же паки вон Пилат, и глагола им, все извожу его вам вон, да разумейте, яко в нем ни единой вины обретаю. И зыди же вон Иисус, нося терновен венец и багряну ризу, и глагола им все человек, егда же видишь его архиереи, слуги возопиши глаголюще, распни его, глагола им пила, поймите его и распните, аз бы не обретаю в нем вины, отвещаши ими, иудеям и законным им, и по закону нашему должен есть умреть, яко себе Сына Божия сотвори. И даже слыша Пилат сие слово, паче убояся, и шед притор паки глагола Иисуса вы, откуда иси ты? Иисус же ответа не даде ему, глагола же ему Пилат, мне ли нет не глаголищи, не весели, як у вас имам распяти тебя и власть имам пустите тебя. Отвещая Иисус, не имаше власть ни единая на мне, а ще не быть и дану свыше, сего ради предавай мя тебе боли и грех има. От сего искаши Пилат, пустите его иудею, иудей же вопияху глаголаще, а ще сего пустишь и неси друг кесарю. Всякий же царя себе творяй, противится кесарю. Пилат же, слыша все слова из виде вон Иисуса, и сидя на судище, на месте, глаголем им лифостратон еврейский же Гаулафа, беже пяток, пасце, чаш же его шестый, глаголы иудеям все царь ваш. Они же вопияху возьми, распни его, глаголы им Пилат, царя ли вашего распну, отвещаши архиерей, немым и царя, токма кесаря, тогда же предаде его им. Да распнется! Счастье, но башки, Господи, Боже мой, я бы не разрушил.